Я довольно давно интересовался темой городской среды, комфортабельных каких-то созданий условий, дизайнерских решений, связанных с городом, поэтому применение каких-то вот этих навыков и идей как бы пытался давно как-то применить. Мы с ребятами познакомились, в том числе так удачно совпало, что они занимались этими проектами, я занимался подобными проектами, и вот объединились, собственно говоря, и я думаю, именно на подсознательном каком-то уровне произошло, что вот все, кто хотел как-то изменить свой город, мы все, безусловно, и я, в частности, тоже очень любим его, то есть считаем, что он довольно-таки один из самых перспективных городов в нашей стране, и так совпало, что у нас удалось договориться с администрацией о том, чтобы сделать вот эти проекты не просто на словах каких-то представить картинки, но и действительно реализовать пилотные проекты и показать людям, как должно выглядеть какое-то современное решение. Ну и в этом плане я считаю, что в нашем городе как раз сочетание уникальных людей, которые именно хотят чего-то изменить в лучшую сторону, то есть не стесняются говорить, что они чего-то, может быть, где-то не знают, учиться у других. В этом плане, что мы считаем как бы себя не то чтобы мы лучше всех, но мы стремимся к тому, чтобы стать лучше. Это самое главное качество, я думаю, екатеринбуржцев, и мы пытаемся это сделать сообща.